«Умный Красноярск», который состоится 11-12 марта в эти выходные в Краеведческом музее. Да. Доброе утро. Доброе утро. К нам в гости сегодня пришла Ирина Самулина, это организатор. Здравствуйте. И Николай Масалов. Правильно? Вы в роли ведущего будете выступать. Доброе утро. С чем вы к нам пришли? Что в этом пакете? Вы знаете, у нас сейчас стартует наша программа. Она связана с физикой и технологиями. Называется «Фабрика гаджетов». Собственно, посвящая этой программе, у нас пакет, в котором Николай расскажет наш опыт, так скажем, маленький. То есть сейчас мы будем проводить опыт? Да, мы соберем динамик, если быть точнее, и послушаем музыку. Отлично. Дело в том, что как бы у нас будет наука для детей, и это один из опытов и информации. Ну, к примеру, у нас есть звук, и он является волной. В нашей же электронике звук распространяется с помощью динамика. Сейчас мы соберем обычный динамик с подручных материалов. И подручный материал у нас входит в стаканчик? Да, стаканчик, катушка. Катушка. То есть это все могут сделать дети, конечно, у вас, конечно, посещая ваш мастер-класс. Да, переходник, джек обычный для наушников, провода и магнит. Так, приступим. Да, давайте. Итак, мы кладем магнит. Вам нужен еще пакетик? Можно я уберу? Конечно. Да. Кладем магнит на дно стаканчика. Угу. Да, вот он. К другой стороне мы присоединяем катушку. А катушка, простите, это вот где берется мне, как человеку, гуманитарию? Катушка — это обычный, к примеру, как вам объяснить, небольшой валик с намотанной на него проволокой. Ага. Просто кольцами. Понятно. И вот два конца этой проволоки. Отлично. Я вам запомнила? Да. Так, присоединяем к усикам. Проводок. Проводок. Второй проводок. Так. А на другой конец присоединяем наш переходник, джек. Вот они. Для наушников. Да, два наушника. А, то есть это стереозвук? Ну как? То есть сейчас можно включить на гитару? Да, конечно. Дело в том, что когда электрический ток проходит через катушку, она становится магнитом и начинает взаимодействовать с магнитом, который находится в стаканчике. И таким образом создаются волны. Дело в том, что когда ток течет в одну сторону, он отталкивает магнит, который в стаканчике. Когда в другую, он его притягивает. И вот наши волны. Стаканчик же служит обычной мембраной, как в наушниках, и воспроизводит звук. Ну, так, давайте попробуем что-нибудь воспроизвести. Ты не матершинную опять нашла композицию? Я не матершинную. Просто такая первая у меня в телефоне была. Ну, вы можете включать. А мне там ничего не взорвется в телефоне? Нет, думаю, должно. Взорвется-то от катушки. Правда, будет очень тихо, я уверен. Почему? Магнит маленький. Прибавляете? Прибавила. Очень тихо она есть. Я попробуйте. Прислони к своему микрофону. Ну, у меня в животе... Отпивай. Вы слышите, телезрители? А что за песня? Про то, что я скучаю по тебе. Мне кажется, надо поставить рок. И помимо того, что вот такие будут колонки, показаны детям, что еще предусмотрено в рамках этого шоу? Вы знаете, на самом деле это всего лишь маленькая колонка. У нас она будет больше на шоу. Мы ее просто не принесли, она большая. Также у нас дети будут делать проектор сами. Собирать, вставлять туда... Большой. Да, вставлять свои телефоны туда и, в общем, проецировать изображение. И также они будут заряжать свои гаджеты, которые они у нас разрядят, слушая музыку, при помощи света и еще кое-чего. Причем придут с родителями, да, и родители, чем родители для себя... могут заниматься. Для родителей у нас будет отдельная программа. Это будет лекция-викторина, где они узнают много интересного, научные факты какие-то интересные, и смогут поучаствовать в розыгрыше билета на наше мероприятие. И, наконец-то, подчеркнуть какую-то вот эту вот информацию, что если ребенок просит за купи колонки, купи наушники. Можно дома при помощи стакана сделать. Вот, и сиди и слушай. Причем вот сидишь, да вот такую колонку. Вот он сидит, тихонько слушает музыку, и все, и не видно, не слышно ребенка. Спасибо большое. Я напомню, что 11 и 12 марта в эти выходные в Краеведческом музее состоится интерактивное шоу для детей от 7 до 14 лет, правильно? Да. И их родителей. Благодарим наших гостей.